Лето настало, а значит, грядет период без горячей воды. В сети интернет немало шуток на эту тему, но как бы то ни было, факт неизбежный. В Ленинском городском округе работы по профилактике магистралей уже начались. 1 июня без горячей воды остались жители деревни Мисайлова. В зависимости от территории, отключение происходит на период от 10 до 14 дней. Останавливаем именно для того, чтобы провести мероприятие по подготовке магистральных тепловых сетей, которые работают круглогодично. На них нужно провести гидравлические испытания, которые выявят слабые участки. Эти слабые участки нужно отремонтировать. Поэтому вот в эти 10-14 дней выполняются эти мероприятия, чтобы потом в зимний период более надежно обеспечить теплоснабжением весь город. Видном горячую воду отключат 4 июля. Возобновить привычный образ жизни люди смогут только 19 числа. Этот график затронет центральную часть города, а также 6-й микрорайон. В момент пуска мы телефонограммой сообщаем управляющим компаниям. В момент пуска именно подаем горячую воду, чтобы не было подтопления квартир. Обязательно нужно проверить краны горячей воды, чтобы они были закрыты. Потому что где-то было полностью отключение, где-то по каким-то участкам только из крана горячей воды будет холодная вода. Это ничего страшного. А где полностью отключение, там, да, возможно затопление. Поэтому перед пуском нужно проверить, все краны горячей воды должны быть закрыты. Важно помнить, что во время отключения пользоваться водой из горячего крана, пусть даже она идет холодная, значит платить за горячую воду. А так запасайтесь тазиками и терпением. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.